Доброго недільного вам ранку! Літо все ближче, сонце припікає все дужче, а ми готуємо все смачніше. Адже продовжуємо створювати надзвичайні страви з улюблених ягід. На цей ароматно-соковитий рейтинг нас надихнув відомий телеведучий Павло Костіцин, який, як виявилося, мав неабияку ягідну проблему. Надюша, привіт! Вручай! Ведь прийшла ягідна пора, на ринках і в магазинах їх зараз повно. Нужно что-то оригинальненькое. Та експерти «Все буде смачно» ще нікого не лишали зі своєю бідою сам на сам. І тому вони, на чолі з чарівною Єлизаветою Глінською, поквапилися створити новий рейтинг суперстрав з ароматних ягід. І вам вже є чим вихвалятися перед своїми друзями, бо без зайвої допомоги ви зможете приготувати. Полуничний десерт «Мадлен» з ніжним полуничним маслом. Мідболи з баранини у вишневому соусі. Турецький рахат-лукум з полуницями. Вкуснятина королевська. Консервовані вишні та мариновані порічки з часником на закуску. За вуха не відтягнусь. А ще чарівний пиріг-колодязь по вінці наповнений ягідною начинкою. Це вітамінна бомба. Та дуже смачну качку в пікантній вишневій карамелі. Але сьогодні день, коли ви шаленітимете від задоволення ще більше. Адже на вас чекають 4 найсмачніші кулінарні шедеври, які тільки можна приготувати з ягід. Соковита курочка в малиновому маринаді з начинкою з ожини та ягідним соусом. М'яско невероятне. Повітряний меренговий рулет з ніжним кремом та ароматною малиново-кокосовою начинкою. Це супер. Вишукана кулиб'яка з креветками та журавлиною. Це просто чудеса. І вона – жадана, спокуслива, запаморочлива страва під номером 1. Ми наперед знаємо, від неї ви точно не зможете відмовитись. Тож не стримуйте себе, дивіться, і у вас все буде неймовірно смачно. Добрий ранок, мої дорогенькі! На щастя, ми продовжуємо наш ягідний марафон. Доброе утро. Вчера в рейтинге самых-самых, конечно же, победила калининская утка под конец, да. Чем вы удивите сегодня? Попереду найкращі страви. Ліза, я тобі дуже вдячна, бо те, що ми вже скуштували учора, було неймовірне. А сьогодні ж буде ще краще? Самые-самые вкусняшки ще впереді, і їх 4. Сьогодні у нас все тільки саме вкусне, красивое и ароматное. Ух, готовьтесь. Итак, переходим к блюду под номером 4. Что может быть лучше вкусного, сочного, мягкого куриного мяса? Аллилуйя! Аллилуйя! Сколько рецептов я уже перепробовала и с овощами, и с крупами, и даже с орехами. И как думаете, какое сочетание мне пришлось по вкусу больше всего? С ежевикой. Ты подсмотрел. Правильно. Сегодняшний день мы открываем курочкой, фаршированной ягодами ежевики в малиновом маринаде. Вот закрутила. Итак, для приготовления курицы с ягодами вам понадобится малина, ежевика, тушка курицы, куриный бульон, белое сухое вино, сливочное масло, чеснок, перец чили, укроп, петрушка, растительное масло, мука, сахар, корица, тимьян, розмарин, анис, зерна кориандра, черный молотый перец и соль. Для начала приготовим маринад. Малиновый с пикантной остринкой и ароматными травами. Итак, берем один стручок перца чили, отрезаем место крепления плодоножки, вытрушиваем семена и рубим мелко ножом. Надюш, а ты возьми, пожалуйста, 2 зубчика чеснока, очисти, да? И там же поруби ножом. А я займусь зеленью, беру по 5 веточек укропа и петрушки и мелко нарезаю. Теперь нам понадобится ступка, в которой мы истолчем специи для маринада. Забрасывай перец чили, чеснок и зелень. Добавляем 1,5 чайные ложки зерен кориандра.
и пол чайной ложки соли, а также 2 столовые ложки растительного масла, за счет которого специи раскроют свой аромат. Перетираем ступкой до кашицы. Очень красивое зелье должно получиться. Да, вкусное какое. А сейчас пришло время малины. Добавляем в измельчитель малину. Добавляем 3 столовые ложки сахара. И чайную ложку соли. Перебиваем смесь до однородности. Пересыпаем ягодную массу в миску и добавляем истолченные специи. Перемешиваем все вместе. Как это смачно! Остренько? Класс! Еще одну ложечку. О. Чистим снова 2 зубчика чеснока, Надюш. Паш, давай ты нарежешь по 2 веточки петрушки и укропа и 100 граммов мягкого сливочного масла. Перемешаю масло. К мягкому маслу добавляем зелень и чесночок. Надюш. Перемешиваем смесь. И ею мы нашпигуем курицу, чтобы она была ароматной и сочной. А теперь нам понадобится 1 курица. У нас здесь тушка весом практически 2 килограмма. На ножках и грудке у курицы делаем проколы ножом. Глубина прокола 3 сантиметра, ширина не менее 2. Готово. Заполняем отверстие масляной массой. У нас есть 2 способа, как мы можем нашпиговать эти отверстия. Первое – заморозить масло, нарезать небольшими кусочками и засунуть вовнутрь. И второй – чтобы не тратить время, мы можем взять кондитерский мешок, сделать небольшое отверстие и наполнить. Боже, я профессионал! Как ты меня учила? Давай. Ароматы просто неимоверны. Теперь нужно сделать ей массаж и натереть малиновым маринадом. А можно ей занурить? Да, мы можем ее и обвалять в этом маринаде, вот в той миске. Ты готова к этому массажу? Теперь нашей курочке нужно время, чтобы промариноваться. Обернем пищевой пленкой и уберем в холодильник на 1 час. Прошел 1 час, и время поставить разогревать духовку. Угу. Сколько включаем градусов? На 180 градусов. А я пока принесу курицу. Опа, что? Тебе. Выкладываем в противень пергамент и смазываем 2 столовыми ложками растительного масла. Внутрь идеальный вариант. Да. Перекладываем на противень. А теперь нам понадобится 200 граммов ежевики. Закладываем ее в брюшко. Ожина, до речи, це найніжніша, напевно, ягода. Для аромата в брюшко мы положим еще 3 веточки тимьяна, корицу, звездочку аниса и розмарин ветку. Скільки ароматів, скільки смаку! Накрываем противень с курицей фольгой и отправляем в духовку. Выпекаем курицу 50 минут под фольгой. Затем мы фольгу снимаем. Поливаем курицу образовавшимся соком и выпекаем еще 10 минут. Всего 1 час. Прошел 1 час. Достаем курицу из духовки. Яка вона красива, рум'яна і яскрава. А какая еще она ароматная. Еще бы после таких спа-процедур-то. Накрываем курицу фольгой и оставляем на 20 минут пропариться. Давая мясу отдохнуть после интенсивного нагрева, мы позволяем мясным сокам, которые собрались в центре, распределиться по всему мясу. Как результат, мясо теряет меньше сока, когда мы его режем. А каждый кусочек в отдельности получается сочнее. Пока курица отдыхает, мы приготовим вкуснейший соус из того, что у нас осталось в противне после запекания. Там осталось самое вкусное – соки, которые выделились во время приготовления из мяса и ягод. Ставим на огонь сковороду. Насыпаем столовую ложечку муки и, активно помешивая, доводим до золотистого цвета. Надюш, давай в мисочку процедим то, что у нас есть в противне, чтобы избавиться от косточек, которые были у нас в маринаде. Надюш, к этой массе нам нужно добавить стакан куриного бульона и полстакана белого сухого вина.
Бульйон, як наказала мені Ліза, я зварила заздалегідь і зараз розповім, як це зробила. Взяла курячий окіст, залила 2 літрами води, довела до кипіння, зняла піну, потім додала овочі, цибулю, корінь селери, моркву, 2 лаврових листа та 5 горошин чорного перцю. Посолила буквально 1 чайна ложка солі і варила на повільному вогні 2 години. Перемешиваем эту смесь и заливаем тонкой струйкой к муке. Все время помешивая, чтобы не было комочков. Увариваем соус 15 минут. Мы проварили соус на протяжении 15 минут. Теперь нужно довести его до вкуса, добавить соль и молотый черный перец. Буквально по щепотке снимаем соус с огня. Соус готовый, курка готова. Мяско невероятное. Який ягідний аромат і присмак! Це найніжніша, найсоковитіша курка, яку я тільки куштувала у житті. Слухайте, неймовірно, я й не думала, що малина може такий ефект створити. Бездоганно. Ви обов'язково маєте приготувати курку саме так. У сезон ягід, коли вони доступні за ціною, а ми думаємо, ну що, з ягід можна приготувати? Курка с малиной и ожиною – идеал. Лиза, я представить себе не мог, что обычная курица ай-яй-яй. С ягодами под этим винным соусом будет настолько великолепна. Лиза! Лиза! Спасибо. Я рада, что вам понравилось. У меня появился дополнительный стимул продолжать, и мы переходим к тройке суперфіналістів. Це найяскравіші страви нашого ягідного рейтингу. Я впевнена, що це буде просто магія. Да. Магія. На 3-му місці у нас розмістився рулет. Як рулет? Просто звичайний рулетик. Ну, як кондитерський, ну, конечно, ви представили себе какой-то скучный кондитерський рулет з приторной начинкой, нас возможно, бисквитом. Тогда спешу вас обрадовать, это не о моем десерте. Ведь мой рулет будет из меренги. Хрустящий снаружи, но моментально тающий во рту. Видимо, сложно будет приготовить. У него очень нежная сырная прослойка с кокосовой стружкой. И кисло-сладкая малиновая начинка, Надюш, как ты любишь. Малина. Моя улюблена малинка. Слухай, я навіть не уявляла, що меренгу можна згорнути у рулет. Да. И этим рулетом вы обязательно удивите своих родных и близких. Ха, щепак. Итак, для приготовления меренгового рулета с малиной возьмите малину, сахарную пудру, яйца, сливочный сыр, сливки, белый винный уксус, кукурузный крахмал, кокосовую стружку и соль. Надюш, включай духовку на 200 градусов. Добре. А мы начинаем приготовление с меренгового коржа. Мне дуже подобається, що Павло не дивується слову меренга. Я просто делаю вид, что я настолько разбираюсь в этих кулинарных тонкостях, что комар нос не подточит. Ты знаешь, что меренга, такое бизе? Меренга, сворачивающаяся в рулет или не сворачивающаяся. Не удивляет. Для меня это одно и то же. Меренга – это тоже безе, белок и сахар. Так проще, да? Все. Удивили. Видишь? Надюш, включай духовку на 200 градусов. Я сейчас принесу яйца. А вы готовьте 2 миски для белков и желтков. 1 побольше, 1 поменьше. Нам понадобится 4 белка. Желтки убираем, они нам не пригодятся. Белки будем подбивать в пышную пену. Мы добавим щепотку соли, так белки лучше взобьются. Замечательная пена у нас получилась. И быстро, и эффектно как. Просто супермиксер. А еще он украинского виробництва. Нам теперь нужно добавить небольшими порциями стакан сахарной пудры. И теперь взбиваем до устойчивых пиков. Выключи пока буквально на минуточку. Мы добавили сейчас 0,5 стакана сахарной пудры, в которой мы размешаем чайную ложку кукурузного крахмала. Можно вот тут? Да, сюда же. И добавим
кукурузный крахмал здесь нужен для того, чтобы удержать влагу внутри самого рулета. Для того, чтобы он был эластичным и сочным внутри и хрустящим снаружи. И снова небольшими порциями в меренгу. И взбиваем до устойчивых пиков. Останавливаемся. Не могу. Останавливайся. Не могу, Лизонька, не могу. Когда вы видите уже четкий, красивый рисунок, останавливайтесь. Меренга готова. Нам не хватает лишь одного ингредиента. Какие предположения? Малина? Что ты сказал? Малина. Это ингредиент, который превратит хрупкую меренгу в мягкую и эластичную. Оце питання. Это кислота, белый винный уксус. Именно он поможет рулету оставаться эластичным. Добавляем буквально чайную ложку винного уксуса и перемешиваем. Останавливайся. Надюша, теперь застели, пожалуйста, широкий противень листом пергамента. Переверни его вверх дном, так нам удобнее будет разравнивать меренгу на пергаменте. Распределяем по пергаменту равномерно нашу меренгу. Прекрасно. Отправляем в духовку выпекаться на 10 минут, 200 градусов. Через 10 минут мы снизим температуру до 170 и будем выпекать корж еще 10 минут. Друзі мої, щось ми з вами не розважалися. Працюємо, працюємо, жодних розваг. Я таке придумала. От скажіть, чим не палітра? Які кольори? Так к чому це все, Надь? Це ж я для справжнього художника просто простір для діяльності. Для мене, що ли? План такий. Грає музика, ти надихаєшся, береш фарби і малюєш. Клас, давай. А потім ти. Давай. Просто у нас такі умови, руки, що по черзі, сіні. Тому що для кожного персонажа... Своя музика. Ха. Намалюй, будь ласка, мій портрет. Я должен съесть пару ягодок, чтобы вдохновиться, да. Цветочек. Боже, це я. І така гарна. Ну давай, давай, все втроем давай. Там, 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 там. Павло, я хочу сказати, що тобі жодні перепони не на заваді, коли ти митись. Тому що, ну вибачте, ягодами малювати. Ти готова? Да. Музика. Портрет. Ось. Ні, це Пашка. А, це я? Ні, Пашу я буду малювати. Ти готова к этой музикальной темі? Головне, щоб ти був готовий до свого портрету. Давай. Нічого собі. Музика. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ти чомусь на мавпочку схожий. Але я все одно тебе люблю. Ти собі подобаєшся? Очень. 20 минут пройшло, ми можемо доставати меренговий корж. Він вже готов. Корж необходимо накрыть вафельным полотенцем и дать ему охладиться минут 10. А полотенечко, видимо, чтобы влага особо, да, не испарялась. Супер. Можем отставить на задний туда столик. А сейчас займемся приготовлением начинки. Берем миску, отмеряем стакан сахарной пудры, а я возьму сливки и сливочный сыр. И добавляем сюда же 450 граммов сливочного сыра. Взбиваем миксером до однородности. Все, останавливайся, чтобы не перебить крем. Какая консистенция! Отлично. Прекрасная консистенция. Надюш, давай сюда остывший меренговый корж. И начинаем формировать рулет. Теперь выкладываем на корж 3 четверти крема.
и распределяем ровным слоем с помощью силиконовой лопатки. По всей поверхности присыпаем крем 4 столовыми ложками кокосовой стружки. Ой. Теперь возьмем 300 грамм свежей малины. Малинка на растение. И выкладываем по всей поверхности коржа. Ага, то есть там внутри будет свежая ягода? Да. Малинку нужно класть лежа, вот на бочок. Це не може бути несмачно. Це буде просто... Я хочу з тобою домовитися, коли я буду їсти і не зможу зупинитися, скажеш мені... Остановити тебе? Так. Нет, ну, наслаждайся життю, Надюшка. Нужно 100 грамм малини оставить для декора. Сворачиваем рулет по длинному краю с помощью пергамента. Ще трішечки, ще трішечки. Є! Это супер, ребята, круто. Перекладываем рулет на длинную тарелку. Теперь берем кондитерский мешок с насадкой Сантанаре. Чего? О, это такая кругленькая насадочка. Санта... своеобразным чего? Вырезом. Мы будем делать классический узор Сантанаре, такие полосочки. Слушай, дай мне хоть два последних Давай, моста. Отдаю, Точно. Отдаю, Ох, отдаю. Колец. Ты даешь. Все просто. Главное, уверенно. И сверху ягоды малины. Супер, супер, супер! И присыпем немножко кокосовой стружки. Одной столовой ложки будет достаточно. Вы почувствовали, да? Свежести, натхнение. Боже. Красота. Можно уже есть рулет? Готовому рулету нужно поставить в холодильнике 1 час, для того, чтобы крем стабилизировался и меренга немного размягчилась. Несу рулет, нарезаем порционными кусочками и можем наслаждаться. Нарежьте. Все ингредиенты сочетаются между собой и дополняют друг дружку идеально. Нежный крем, сладкий воздушный меренговый корж, кокосовая стружка ароматная и, конечно же, кисловатые ягодки малинки. Це неймовірно смачний, оригінальний і легенький рулет. Ви зможете здивувати і своїх гостей, і насолодитися цим смаком. Браво! Ура! Но это еще не все. Дальше серебряный медалист нашего рейтинга. И мы переходим к блюду под номером 2. Компот? Это кулебяка. Я кулебяка. Только мы приготовим ее на современный лад. Под ароматной хрустящей корочкой этого простого, на первый взгляд, пирога будет нежнейшее, тающее во рту филе тилапии, насыщенная вкусом креветки с тонкой ноткой ягод. Рыбка с ягодами, боже! На креветки мы согласны. Чего только сегодня не відбувається с этими ягодами? Наконец-то что-то для мужика. Да. Кстати, этим блюдом меня угостил мой друг-повар, и я с удовольствием поделюсь им с вами. Ура! Мы готовы. Для приготовления кулебяки вам понадобится клюква, креветки, филе тилапии, мука, сливочное масло, вода, лимон, сахар, яйца, молоко, тимьян, черный кунжут, молотый орегано, молотый душистый перец, белый молотый перец и соль. Приготовление кулебяки мы начнем со слоеного теста. Страшно уже? Да. Насыпаем в миску 3 стакана муки. Ура! Добавляем 1/2 чайной ложки соли. Надюш, а ты выдави, пожалуйста, 2 чайные ложки лимонного сока в мисочку. За любки. 50 граммов сливочного масла добавляем. Можем начинать вымешивать тесто, постепенно подливая 0,5 стакана воды. И, кстати, в воду мы сразу можем добавить лимонный фреш. У нас должно получиться плотное, крутое тесто. Але вымешиваешь ты... А мы же делали с тобой уже, помнишь? Ть. Наполеончик из слоеного теста. Паш, выложи тесто на досочку и довымешиваем на столе. Итак, да. Начинаем лепить туловище. Как в детском саду. Давай вспоминать, что мы с тобой лепили в детском саду. Я лебедя. Все время, что ли, только лебеди? Тут момент, я просто хочу вас здивувати. Що я використовувала, окрім пластилина, для того, щоб зліпити лебедя? Спички. Природніше. Землю. Ні. Гліна. Ні. Почти що гліна. Ні, зовсім холодно.
Листики. Ні. Трава. Ні. Жолуді. Де лебідь і де жолуді? В животі у нього. Шишка. Где лебедь и где шишка? Где логика, Надя? А, я понял. Ты туловище не лепила. Ты делала его из шишки. Молодец! Аллилуйя. Нарешті. Да? Все, отлично. Это то, что нам нужно. Раскатываем тесто в прямоугольник толщиной 5 миллиметров. Лиза, а яка ты была у дитячому садочку? Я всегда очень послушная была. Я знаю, она играла в посудку и варила борщ из земли и опавших листьев. Ой, как я люблю такой борщ. Ты был со мной в садике? Просто, наверное. Присыпаем тесто 2 столовыми ложками муки. А теперь я принесу подмороженное масло из морозильной камеры. Нам понадобится 200 граммов. Натираем масло на крупную терку, прямо на тесто по всей поверхности. Ух ты! Не досыпаем до краю, буквально 1 сантиметр. Масло присыпаем 2 столовыми ложками муки. И сворачиваем тесто конвертиком. Оборачиваем пленкой и убираем в холодильник на 1 час, чтобы тесто охладилось и его удобно было бы раскатывать. Пока тесто охлаждается, мы приготовим начинку. Нарешті, мої улюблені креветочки! Ставим на огонь 2 сотейника по 1 литру. В один наливаем воду до середины. И добавляем 3 веточки тимьяна. Дольку лимона и щепотку соли. В сотейнике с тимьяном мы будем отваривать креветки, чтобы придать им аромат. Засыпем креветки в сотейник, когда в нем закипит вода. С этим понятно. А что со вторым сотейником? Во втором сотейнике мы будем готовить клюквенный соус. Всыпаем 200 граммов клюквы. Теперь сюда добавляем 1 столовую ложку сахара. Сюда. И 5 столовых ложек воды. Перемешиваем и прогреваем клюкву около 5 минут, пока ягоды не пустят сок. Пока закипает клюква и водичка для креветок, подготовим специи для рыбы. Берем миску, небольшую, смешиваем 1 чайную ложку соли, молотый душистый перец, буквально на кончике ножа, орегано, 1/3 чайной ложки, и столько же молотого белого перца. Выдавливаем сюда же сок половины лимона. Мы можем забросить креветки, Надюш, и буквально 1 минутка и отставляем. Перемешиваем специи до кашеобразного состояния. А я пока принесу филе тилапии. Креветку можно снимать с огня, ей достаточно. Нам понадобится 600 граммов филе без кожи. Рыбу нужно натереть специями со всех сторон. Клюква уже готова, ее нужно переложить в миску, а шумовочкой достать креветки. Надюш, в ту же мисочку, что и ягоды, сюда же. Серьезно? Да. Який сюрприз, друзі мої! Перемешиваем и оставляем буквально на 5 минут. Нам необходимо будет добавить сюда яйцо, но если мы его добавим сразу, белок свернется, поэтому чуть-чуть подождем. 5 минут прошло, и у нас немного охладились креветки с клюквой. Добавляем 1 яйцо и перемешиваем. И оставляем на полчаса остывать. Тесто как раз за это время тоже будет готово к дальнейшей работе с ним. Прошло 30 минут, и мы можем заниматься тестом. Поскольку оно у нас слоеное, то нам его необходимо расслоить. Стол нужно подпылить мукой и раскатать тесто в пласт толщиной 5 миллиметров, а потом сложить его конвертиком. Тесто мы будем складывать 5 раз и делать конвертик. На это у нас уйдет около 10 минут. Последний раз мы раскатали тесто размером 30x40 сантиметров. Надюш, включай духовку на 200 градусов. У нас практически все готово для того, чтобы сформировать кулебяку. Креветку с клюквенным маринадом мы должны сцедить лишнюю воду. Она нам больше не понадобится. Я принесу филе тилапии. Выкладываем по центру филе тилапии полоской. Сверху мы выкладываем клюкву с креветкой.
Вот это начинка, Надя. И еще присыпем листиками тимьяна. Ну, 2-3 веточки небольшие будет достаточно. Мы сейчас нарежем край такой елочкой и сделаем косичку. Нарезаем тесто под углом 45 градусов полосками толщиной 1,5 сантиметра. Поочередно заворачиваем полоски теста на начинку, закладывая их одну за другую, чтобы получилась косичка. Дека. Укладываем в форму пергамент, кулебяку сюда же. Чтобы верхушка была румяной и блестящей, тесто необходимо смазать желтком с молоком. Опа! Желток, немного молока. Смазываем теперь кулебяку и присыпаем столовой ложкой черного кунжута. От и все! Отправляем противень в духовку выпекать кулебяку на 40 минут, 200 градусов. Минут пролетели, и мы можем доставать кулебяку. Аромат. Красота. Приятного аппетита. Ребята. Ого! Журавлина просто царица цієї страви. Кисленька, ароматна, ніжна. Просочила усю начинку, і вона така соковита. Согласен, мне тоже очень нравится. Все самое вкусное собрали в одном. Угу. А тісто вдалося тобі? На 150%. Ну, наконец-то! Теперь я могу с гордостью заявлять на всю страну, что со слоеным тестом я справился. Однозначно. Но вы же понимаете, что самое интересное еще впереди. Первое место. Переходим к победителю ягодного рейтинга. Что ж там такое приготовила? Перечуваю, что это все-таки будет десерт. На первом месте у нас блюдо, о котором мечтает каждая сластена. Это огромный традиционный десерт, который выпекается во весь противень на Западной Украине, в Польше, на большие праздники. Неужели это пляцок? Правильно. Мы приготовим пляцок «Ягодная фантазия». Великий, святковый, красивый, да. Смачнющий! О, да. Наконец-то! Для приготовления пляцка «Ягодная фантазия» подготовьте вишню без косточек, чернику, малину, клубнику, красную смородину на веточках, голубику, ежевику, яйца, белый шоколад, сахар, сахарную пудру, муку, молоко, сливки, сливочное масло, воду, растительное масло, мед, мак, кукурузный крахмал, ванильный сахар, желатин, разрыхлитель, соль, фиолетовый и белый краситель для шоколада. Сколько ягод, друзі! Начинаем мы приготовление пляцка с крема ганаша, которым мы покроем торт сверху. Ставим на огонь сотейник на 1 литр. Наливаем в него стакан сливок, не менее 30% жирность. И доводим сливки до парения. Возьмем 4 плитки шоколада, ломаем небольшими кусочками в миску. Также нам понадобится сироп. Ставим на огонь еще один сотейник на 1 литр. И заливаем сюда 5 столовых ложек воды и 6 столовых ложек сахара. Доводим сироп до кипения практически. Нам нужно, чтобы сахар растворился. Еще нам понадобится 50 граммов сливочного масла. Мы растопим их в микроволновой печи. Сливки у нас уже прогрелись. Масло растопилось. И масло растопилось, и сливки уже парят. Заливаем сейчас сливки на шоколад. Даем возможность шоколаду от тепла сливок топиться. Сюда же заливаем сливочное масло горячее. И сироп у нас уже практически закипел, сахар растворился. Нам понадобится 4 столовые ложки сиропа горячего, а также 2 столовые ложечки меда. Все можем перемешивать. Перемешиваем венчиком до однородности. Добавим несколько капель белого пищевого красителя. Яркие сочные ягоды будут красивее смотреться на белоснежном креме.
Отлично. Угу. Видишь, высветляет как. Справди, беленький. Давай, давай. Достаточно. Почти. Убираем ганаш в холодильник минимум на 3 часа. Обязательно пленкой в контакт, чтобы не было конденсата. Начинаем готовить заварной крем. Это очень легко. Крем будет вторым слоем пляцка. Для того, чтобы крем хорошо держал форму, нам нужно использовать желатин. Желатин предварительно замачиваем водой комнатной температуры. Насыпаем в миску 2,5 ложки желатина и заливаем половиной стакана воды. Оставляем на 10 минут, чтобы желатин набух. Тем временем я подготовлю молоко. Берем сотейник на 2 литра, 2 стакана молока наливаем в сотейник. Молоко нужно хорошо прогреть. Так, а кто возьмет на себя ответственность за то, чтобы молоко не пригорело? Вообще у меня есть один секрет, благодаря которому молоко никогда не пригорит корочкой ко дну сотейника. И что это за секрет? Для этого мы добавляем столовую ложку сахара и не мешаем. Таким образом сахар падает на дно и молоко не пригорит. А также немного ванильного сахара для аромата. Доводим смесь до кипения, мы тем временем подготовим желтки. Нам понадобится 5 желтков. К желткам добавляем 3 столовые ложки сахара и перемешиваем венчиком. Сюда же добавляем 1,5 столовые ложки муки и 1,5 столовые ложки кукурузного крахмала. Снова перемешиваем все до однородности, чтобы не было комочков. Тем временем молоко уже практически закипело, и мы можем добавить половину молока к яично-крахмальной массе. А почему не наоборот? Слишком такой большой шок для яиц, если мы добавим их к молоку. Все свернется. А если мы половину молока зальем к яйцам, то все будет хорошо. Мешаю активно, чтобы яйца не свернулись. Отлично. Возвращай все в сотейник. Ставим на огонь крем. И постоянно помешиваем, доводим до кипения. После того, как крем закипит, еще буквально 1 минута и снимаем с огня. Такой ароматный. А я возьму пока яйца для бисквита, 6 яиц, вбиваю их в миску. Щепотка соли, крем снимаем с огня и добавляем туда же набухший желатин. Перемешиваем до растворения желатина. Надюш, включи, пожалуйста, духовку на 180 градусов. Сюда же к яйцам добавляем стакан сахара. Взбиваем. Масса должна стать пышной. Лиза, с желатином да. Я справился. Супер. Теперь нам дальше? Нужно крем переложить в миску, накрыть пленкой в контакт и оставить на час при комнатной температуре. Пусть крем охладится. Добавляем к яйцам 2 чайные ложки растительного масла. Надюш, ты пока смешай стакан муки, 2 чайные ложки разрыхлителя и 5 столовых ложек мака. Засыпаем сухие ингредиенты в яичную массу и перемешиваем венчиком до однородности. Бисквитное тесто готово. Надюш, застели, пожалуйста, противень пергаментом. Для выпекания бисквита нам понадобится специальная металлическая разъемная рамка. Размером 20 на 40 сантиметров. 20. О, какая! Чтобы тесто не выливалось из формы, мы обернем его фольгой, вовнутрь уложим пергамент и зальем бисквит. А если немає такой формы? Можно взять просто высокий противень и выстелить его пергаментом. Выливаем бисквит в форму. Гарнющий бисквит будет. Сейчас мы ставим бисквит в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Прошло уже полчаса. Бисквит готов. Достаем его из духовки. Аромат. Оставляем бисквит на заднем столе. Он должен полностью охладиться. На это уйдет минимум 1,5 часа. А у нас будет время приготовить вишнево-черничное компоте. Вишня. Я готов. Нам снова понадобится желатин. 4 столовые ложки заливаем стаканом воды. Даем желатину время набухнуть. 15 минут будет достаточно. А пока подготовим ягодную основу. Берем кастрюлю на 3 литра. Наливаем в кастрюлю 4 стакана воды и 1,5 стакана сахара. Теперь берем по 400 грамм
черники и вишни без косточки. Мы доводим до кипения. Варим буквально несколько минут, чтобы прошел процесс пастеризации. И снимаем с огня. На это у нас уйдет около 5 минут. Прошло 5 минут, ягоды закипели, снимаем их с огня и добавляем замоченный набухший желатин. Оставляем при комнатной температуре на 1,5 часа. Масса должна полностью остыть, но не превратиться в тугое плотное желе. Нам нужно взбить сливки. Вливаем в миску стакан холодных сливок, добавляем 3 столовые ложки сахарной пудры и взбиваем сливки до устойчивых пиков. Все, достаточно. Основа заварной крем у нас уже достаточно остыла. Так, будем разъедать? Да, можем соединять. Ты заварной крем добавляй и миксером перемешиваем. Как только крем стал однородным, останавливайте процесс. И у нас уже все готово для того, чтобы сформировать пляцок. Класс? Да! Бисквит у нас остыл, супер. Крем готов. Паша, снимай рамку с бисквита. Бисквит мы разрежем горизонтально пополам. Для удобства переложить на обратную сторону противня. Ой, это очень ответственно, кстати, сейчас. Да, справился. Идеально аромат. Теперь устанавливаем доску, на которой будем формировать пляцк. Вот, золота подставочка. Перекладываем аккуратно срезом вверх бисквит. Теперь устанавливаем рамку по размеру бисквита. Теперь выкладываем заварной крем, разравниваем. Чувствую себя сейчас творцом просто. Так воно и е. Отправляем эту основу в холодильник на 1 час. Прошел 1 час, и мы можем из холодильника достать пляцк. Ой, як чудово, тримає форму. Ага. Крем охладился, застыл. Теперь нужно выложить остывшую ягодную массу. Ага. Все полностью заливаем и сверху укладываем бисквит. И убираем в холодильник на 2 часа. За это время компоте полностью застынет. Прошло 2 часа. Пляцек пусть пока побудет еще немного в холодильнике, а мы закончим приготовление крема. Берем 200 граммов мягкого сливочного масла. Берем. Перекладываем его в миску. Добавляем сюда же стакан сахарной пудры и взбиваем все миксером в кремообразную массу. Достаем ганаш из холодильника и смешиваем с масляной помадкой. Как он загустел. Боже, як професійно ти це все змішуєш. Талантливий чоловік, талантлив во всьому. Я абсолютно переконана, дивлячись на те, як ти працюєш сьогодні. Що це таке? Все, отлично, останавливайся. Тепер можна доставати пляцик і покривати його ганашом. Вуаля! Зараз фінальний етап? Сейчас мы снимем рамку. Суперские слои. Выложим на форму пергамент, чтобы в процессе промазывания ганашом мы не испачкали саму вот эту подложечку. Покрываем кремом всю поверхность. Убираем пляцик на 1 час в холодильник. Час прошел, мы достали пляцик из холодильника, убрали пергамент и готовы украшать. Яку бездоганну форму він має, але Клас? Справді, ось не вистачає якоїсь прикраси. Твоего да. портрета, который мы рисовали ягодами. Ні, портрет вже є. Тут має бути щось інше. Ти ж запланувала? Конечно. Для украшения нам понадобится специальный краситель для шоколада. Наиболее выигрышными будет смотреться с ягодами оттенок бургундское вино. Ну, или другие фиолетовые оттенки. Наливаем в мисочку 5 капель красителя и с помощью кисточки затушевываем часть пляцка. Также для украшения нам понадобятся ягоды. Отступив 5 сантиметров от короткого края пляцка, выкладываем полосу из ягод шириной около 7 сантиметров. Используем красную смородину на веточках, клубнику, малину,
голубику и ежевику. Если вы хотите, чтобы ягоды блестели, нужно промазать их декор-гелем и притрусить небольшим количеством золотого песка. Это шедевр! Просто! Первое место! Слушай, правда? Ты... Но ты довела так тонко, довела к этому шедевру. Ми будемо зраджувати традиції і зробимо світлину для того, щоб усі наші глядачі на сайті це побачили. Клас! Чесно говоря, даже і как-то... Резать не будем? Резать грех. Ви подивіться, як багато тут начинки! Это просто чудеса. Це просто диво. Все бездоганно. Поєднання таке ніжне. Ягідний смак такий насичений. Однозначно, Ліза, перше місце. Это тот случай, когда стоит немного заморочиться, чтобы получить настолько красивый, вкусный и изысканный десерт. Якщо ви хочете вразити гостей, так само, як і ми вас сьогодні вразили, готуйте саме так. Слухай, мені здається, Паш, що тепер тобі не буде не вистачати ягід, а не рецептів після нашої дводенної зустрічі. Спасибо огромное. Я остався доволен. Супер. Теперь у меня есть 10 невероятных рецептов из ягод на любой случай жизни. Готуйте, знаю вас, все буде смачно. А рецепты страв уже на нашем сайте. Дякую вам за компанию. Щасти! Солодкого життя вам, друзі, до побачення. У-у-у!